Слава, Кетов, Медведев и Рязанцев. Такая четверка у Северстали. Калюжный Редликс в паре вышли у Локомотива и защитники. Кронвал. Вот момент и гол! Это Алексей Медведев открывает счет в матче. Не уследили за центр-форвардом Северстали. Кронвал здесь зевнул. И счет становится 1-0. Впервые в этой серии Северстали первой забивает. И впервые забрасывает шайбу в первом периоде матча. Ну вот, разряженное пространство на льду, то, что, видимо, было нужно этой паре нападающих Северстали. Видите, Кронвал здесь словно задремал перед своими воротами. Не ждал совершенно вот этот метеорит в виде Алексея Медведева. И тот вонзает шайбу в левый от голкипера угол ворот. Счет становится 1-0 за 6 минут и 18 секунд до завершения.